Доброе утро! Я нахожусь возле роскошного внедорожника, который отныне принадлежит Розе Куанышиной Рымбаевой. Он торжественно вручен ей за непосредственное участие в программе форсированного индустриализационного инновационного развития Казахстана. Порядковый номер этого автомобиля – 35. И это очень символично, так как в будущем году исполняется 35 лет творческой деятельности нашей дорогой певицы. Случилось так, что я ездила по заводам, по фабрикам, по нашим производственникам. Были встречи с рабочими, были концерты импровизированные. И вот на этом заводе кустанайском мне подарили эту машину. Но я до этого объездила 10 заводов и фабрик. Знаете, была очень большая нагрузка, но впечатлительная поездка, незабываемая. Это встречи прямо на конвейерах, прямо... Люди стояли на заводах за своими станками, за конвейером, и я там выступала. Ну, как вам вообще эта машина сама? Ну, во-первых, цвет красивый, во-вторых, элегантная машина. Я думаю, что артисту, который с утра до вечера находится в движении и на гастролях особенно, я думаю, что транспорт необходим. Это прежде всего средство передвижения. Без машины мне невозможно представить сегодняшнюю жизнь. У меня очень много концертов, съемок, телевидений, встречи. И поэтому мне машина необходима. И спасибо вот производственникам нашим, Allure Auto фирме, за такой подарок роскошный накануне Нового года. Так что я буду говорить, уходящий год для меня памятен тем, что мне подарили красивейшую машину. Ну, конечно, всем бы хотелось казахстанцев услышать. Вот, какие у вас творческие планы? Может быть, какие-то концерты впереди? У меня концертов было в этом году очень много, но в то же время следующего для меня ответственны тем, что у меня 35 лет на сцене, я отмечаю. Поэтому в самых больших городах, и особенно там, где есть большие оркестры симфонические, я обязательно с этими оркестрами буду давать концерт. Ну, я думаю, что я отчетными концертами должна объехать всю республику, весь наш Казахстан. Да. Телекомпанию «Танк» я хотела бы поздравить вас с юбилеем, так как 20 лет продержаться на этом рынке, насыщенном, продержаться – это уже, я считаю, что большой профессионализм. Но так как очень много сейчас телекомпаний появляется, я думаю, что ваша телекомпания все-таки имеет свое особое положение, так как он имеет своих зрителей. И 20 лет стажа – это немало. Получается, вы ровесники нашего независимого государства. Да. Поэтому вы параллельно идете, освещая жизнь нашего народа, нашего государства. От всей души вам творческих успехов. До новых встреч. Всех благ вам. Благополучия. Успехов, процветания. Счастья, мира, добра. Ну, спасибо, Роза Куанышина. Удачи вам, творческого вдохновения. Взаимно. И поздравляем вас с 35-летней творческой деятельности. Это был Азельхан Сетибаев. Специально для твоего утра.